Я так рад видеть тысячи и десятки тысяч собравшихся здесь. Я говорю это верой. Мы приветствуем вас во имя Иисуса. Мы живем в последнее время. И сегодня я хочу проповедовать одну из самых важных проповедей в моей жизни. Если я буду слишком напирать, а вы к такому не привыкли, не волнуйтесь, а вы привыкнете. Но нам необходимо быть готовыми к пробуждению. Наша цель не просто как-нибудь выжить. Мы здесь для того, чтобы пережить пробуждение. Надеюсь, вы готовы наконец проснуться. Итак, Мартин Нимюллер был пастором во время Второй мировой войны, когда нацизм хотел захватить весь мир. Пасторов сажали в тюрьмы за их веру, за их позицию. Это было обычным делом. Они выступали против Гитлера и против его сценария. Гитлер намеревался установить на земле свое царство, свою тысячу лет так называемого мира. Это так похоже на Антихриста. Я не проповедник о последних временах, но сегодня мы немного поговорим об этом, чтобы церковь могла понять всю срочность этого часа. Представьте, что вы посещаете в тюрьме вашего друга и говорите: «Друг мой, что ты здесь делаешь?» Как сказал Мартин своему другу в заключении. Тот ответил: «Мартин, Мартин, а почему ты еще не здесь?» После войны он вышел из тюрьмы и написал: «Сначала я не возвышал голос за коммунистов, потому что я не коммунист. Потом начали арестовывать социалистов, я тоже за них не вступился, потому что я не социалист. Потом они пришли за членами профсоюза, я не возвысил за них голос, потому что не принадлежал к профсоюзу. Когда пришли арестовывать евреев, я не заступался за них, потому что сам я не еврей. Но когда пришли за мной, уже никого не осталось, чтобы вступиться за меня». Я считаю, что мы с вами живем в то время, когда церковь переживает смятение в духовной сфере. Больше, чем за все 2000 лет. Это время, когда верующим нужно пробудиться и решить для себя, во что они верят. Людям предстоит решить, будут они в конечном итоге стоять за Богом или выступят против Него. Я хочу сказать вам сегодня, что то, что происходит в нашем мире, намного больше, чем просто кризис в сфере здравоохранения. За этим стоит один из сильнейших злых духов. Я не боюсь дьявола. Но помните, в Библии сказано, что нам небезызвестны его умыслы. Как рожденные свыше верующие, мы понимаем, что все, что происходит в этом мире, это битва между светом и тьмой. Поэтому настоящие события мы тоже должны истолковывать как битву между царством тьмы и царством света. Иначе мы окажемся не по ту сторону баррикады. Мы живем в последнее время, и то, что сейчас происходит с этим вирусом, по всему миру впервые начало проявлять в людях самые лучшие их черты и самые худшие. Мы видим, как много людей служат другим на передовой, волонтеры, работники основных сфер и чиновники. И, разумеется, с другой стороны, есть много ненавистников, негативных людей, которые только всех осуждают. Они сеют раздор и разделение. И их цель — сделать так, чтобы люди были охвачены страхом и тревогой в связи с этим вирусом. Я хочу призвать вас начать делать то, что я уже начал делать — объединяться с другими христианами и как никогда стоять в единстве. Итак, мы, пожалуй, приступим к нашей сегодняшней проповеди. Это второй псалом. И сегодня мы будем читать с 1 по 12 стих. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Раз и навсегда разорвем контролирующие узы Бога и Христа Его. Живущие на небесах просто посмеется над ними Господь, поругается их безумием».
Я знаю, многие говорят, что все нормализуется, но мы как церковь должны пробудиться в конце концов. Мы должны обратить внимание, что мы живем в самое последнее время, и мы должны сражаться в духе так, как никогда. Библия говорит, наша брань не против крови и плоти, а против злых духов. Я прошу вас остановиться и встать на ноги. Я хочу, чтобы по всей Южной Африке сейчас изменился градус хвалы, изменилась температура. Прославьте Бога от всего сердца. Аминь. Хорошо. Хорошо. А теперь я заново прочту вам этот стих. Библия говорит, живущие на небесах просто посмеются над ними. Господь поругается их безумием, тогда скажет им во гневе своем, яростью своей приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу вечную Божью цель. Господь сказал мне, «Ты сын мой возлюбленный, я увенчал тебя как царя, и ныне я стал твоим отцом». Речь идет об Иисусе Христе. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты своей неограниченной властью поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Итак, вразумитесь, цари-бунтари, научитесь надменные судьи земли, усвойте урок, пока еще есть время. Служите и поклоняйтесь Господу со страхом и трепетом. Признайте Его величие, склонитесь пред Ним, благоговея перед Ним. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Но множество благословений уготовлено тем, кто сокрыт в Нем. Сейчас, как никогда, мы, христиане, должны быть сокрыты в Господе Иисусе Христе. Мы должны превозносить Его. Возможно, скоро это изменится, но на сегодняшний момент только один президент в Африке стоит за веру в Иисуса Христа. Это президент Танзании. Он выступает за то, что роль церкви в это время кризиса крайне важна и необходима. Дух, стоящий за коронавирусом, один из самых главных духов преисподней, его цель — свергнуть Бога с трона и упразднить все добро на земле. Этот дух ходит через страх. Как вы знаете, в Библии сказано, что Бог дал нам духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия. Также этот сильный злой дух действует через обольщение, устрашение и контроль. Я понимаю, что форма вируса похожа на корону, но слово «корона» и на иврите, и на греческом, и на латыни означает «корона». Поэтому я думаю, что этот дух стремится короновать себя и возвысить себя на этой земле над Господом Иисусом. Он через страх за 3 месяца покорил себе весь мир. Многие правительства и президенты, многие христиане живут в страхе. И я повторяю, я осознаю, что это кризис в медицине, но я говорю сейчас не о болезни, а о духе, стоящем за этой болезнью. Я прошу вас молиться Духом Святым сейчас, где бы вы ни были. Начните молиться Духом. Я верю, что мы увидим сдвиг в Южной Африке. Мы увидим сдвиг в народах мира. Мы увидим, как этот Дух будет свержен со своего трона во имя Иисуса. Мы увидим наибольшее пробуждение, которое когда-либо видел этот мир во имя Иисуса. Сатана намеревался уничтожить человечество, а Бог обернет все к самому большому пробуждению, которое когда-либо было в истории. Если ты веришь в это сегодня, тогда прославь Господа в течение хотя бы 10 ближайших секунд. Аллилуйя! Этот сильный демонический дух короновал себя. Объявил себя Господом над народами всего мира.
Каждое правительство склонилось перед ним. Только подумайте, сейчас все берут деньги в долг, и таким образом они кому-то становятся рабами. Итак, каждая страна. Этот верховный демон имеет цель установить новый мировой порядок. Мы часто слышим, что нужно установить в мире новый мировой порядок. Но проблема с новым мировым порядком состоит в том, что они, кто бы они ни были, хотят установить его без Бога. Давайте сами спасем свою планету, свой мир. Так вот, сами по себе. Мы сами со всем справимся, а Бога в этом уравнении нет. Послушайте, мировой порядок — это вовсе не новость. В книге Даниила мы видим четыре мировых империи: Вавилонскую, Мидо-Персидскую, Греческую и Римскую. Все это мировые порядки. Помните, Даниил молился, но ему 21 день противостоял князь персидский, дух, стоящий за Мидо-Персидской империей. Поверьте, идет духовная война. Но знаете, что Церковь Иисуса Христа победит. Я заявляю и провозглашаю, что Иисус сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Я провозглашаю, что когда враг придет как река, дуновение Господа прогонит его, и планы дьявола не состоятся. Это время продвигаться в духе. Я прошу вас молиться сейчас в духе. Провозглашайте это. Аллилуйя! Аллилуйя! Я знаю, многие говорят, что все нормализуется, но мы как церковь должны пробудиться. Мы должны обратить внимание, что мы живем в самое последнее время, и мы должны сражаться в духе как никогда. Библия говорит: наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей мира сего, против сил злобы поднебесных. Идет война. И этот сильный демон очень продуманный. Многие в этой церкви 30 лет, я никогда не говорил о дьяволе. Я и сегодня говорю не о нем. Я просто открываю замыслы царства тьмы. Церковь, пробудитесь. Прекратите разделение. Мы все на одной стороне. Мы на стороне нашего Господа Иисуса Христа. Я знаю, для кого-то из вас все это звучит слишком драматично, или даже как сценарий к фильму Стивена Спилберга. Но это реальная духовная битва. И этот демонический дух стремится установить новый мировой порядок. Как именно? Уничтожив правительство и страны, уничтожив их экономику, и, во-вторых, уничтожив Церковь Господа Иисуса Христа. Люди, действующие под влиянием этого духа, даже этого не осознают, потому что все началось с элементарного страха и обольщения. Поэтому многие люди находятся в плену обольщения. Одни христиане нападают на других, и они не осознают, что на самом деле через свои действия они дают этому духу больше власти. Некоторые пророки уже говорят о месте нахождения этой демонической власти, но я не хочу говорить об этом вслух. Мир еще к этому не готов, но это очень организованный порядок. Кто хорошо меня знает, вы в курсе, что я не приверженец теории заговора последнего времени. Я просто верю, что нужно проповедовать Евангелие Христа. Но сейчас важное время, когда я должен с кафедры сказать об этом во всеуслышание. Этот верховный демон уже одной ногой зашел в Церковь Христа, и многие верующие слепы. Они понятия не имеют, что происходит. Их интересует только личная безопасность. А теперь представьте, если бы такое отношение имела ранняя церковь, представьте, что цель ранней церкви посреди гонений заключалась только в собственной безопасности, тогда они не смогли бы проповедовать Евангелие. Я не продвигаю какие-то действия, но я призываю всех пробудиться и начать понимать, что же происходит на кону души людей. На кону Церковь Иисуса Христа.
и мы, как верующие, должны стать на правильную сторону. Мы должны встать и распознать срочность данного часа. Мы должны увидеть, что то, что происходит, это нападение на невесту Христа и на Господа Иисуса Христа. Это демоническая атака на творение Божие. Да, чтобы подчинить себе человечество и установить новый порядок. Этот дух насмехается над церковью и желает уничтожить ее, уничтожить образ Иисуса Христа на этой земле. Это четко организованный дух, который противостоит всему доброму, что представляет Бог. Этот дух контролирует страны через запугивание и страх. Вдруг церковь, которая всегда была прибежищем для людей, теперь становится местом, куда люди боятся идти. А почему? Поэтому я прошу каждого верующего, не критикуйте вашего пастора или пасторов других церквей, сражающихся на передовой в этой схватке добра и зла. Даже если доктрины ваших церквей отличаются, не становитесь на сторону дьявола, не участвуйте в его планах и в его замыслах разделить тело Христово, потому что мы знаем, что его метод — разделить и завоевать. Он — обвинитель братьев. Мы все несовершенны, но я знаю одно — с апартеидом покончено с помощью церкви, также и с пандемией СПИДа, также будет и с этим коронавирусом. Всякий, кто верует в Господа Иисуса Христа, кто любит Церковь Господа Иисуса Христа, я призываю вас, вскочите на ноги и начните сейчас славить нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Я разговаривал с одним из наших служителей. Мы говорили о том, что несправедливо постоянно обвинять в распространении вируса именно церковь. Действительно, были два случая заражения на служениях. Я говорю обо всем мире. В Сингапуре, например, обвинили церковь, но заражение не произошло на служении в церкви. Люди жили в одном отеле в течение недели. Тогда еще никто ничего не знал о вирусе. Второй случай произошел в небольшой церквушке в начале пандемии, где к тому времени еще никто не знал, как применять санитарные нормы. В этот момент начали на время закрывать магазины, супермаркеты, полицейские участки и больницы, но их практически сразу же открыли. Однако одно учреждение никто не хочет снова открывать — это учреждение церковь. А знаете почему? Потому что сатана ненавидит церковь. Сатана ненавидит Царство Божие. Сатана ненавидит образ Божий, который носит церковь. Поэтому он будет всеми усилиями противостоять церкви. Наша брань не против крови и плоти, во имя Иисуса. Мы должны понять, что вирус гораздо быстрее распространится через открытый супермаркет, чем через то, что люди придут в церковь на служение в воскресенье. А как насчет России и Италии, где церкви сразу закрыли? А как насчет 170 стран мира, пораженных этим вирусом, и при этом все это время церкви в этих странах были закрыты? Поэтому церковь — это мишень сатаны, помимо экономики стран мира. А вы осознаете, что многие страны после этого карантина не смогут оплатить свои долги и в результате станут рабами кого-то или чего-то? Вы понимаете, что сатана отдает себе отчет в том, что ему может противостоять в этом мире только церковь? Поэтому мы должны молиться за церковь, как никогда раньше. Мы должны молиться за Церковь Христа, как никогда раньше. Мы должны верить, что Божьи планы обязательно исполнятся. И как было в день Пятидесятницы, Дух Святой сойдет на землю и зажжет свою Церковь, всех верующих, в их домах и на работах. Бог заставит Церковь восстать и воссиять ярче, чем когда-либо, чтобы христиане поднялись в единстве и прогнали этого демона тьмы во имя Господа Иисуса. Аллилуйя! Воскликните!
Мы впервые слышим, что люди говорят: «Мне не нужна церковь, я и сам могу служить Богу». Да, но позвольте вам напомнить, где вы научились христианской вере. Не в воскресной ли школе? А как насчет бедных и уязвимых, как насчет новообращенных и погибающих? Церковь — это больше, чем здание, но у церкви есть здание. Мне смешно, когда говорят: почему церковь должна относиться к сфере основных услуг? Разве церковь что-то важное делает? Ничего, что многие больницы построены именно церквями? Отсюда название Святой Марии, Святой Анны, еще до того, как правительство начало строить больницы. Именно церкви в этой стране были первыми, кто построил больницы и школы. Если бы не церковь, не было бы той Южной Африки, какой мы ее знаем сегодня. Сражения против апартеида вели верующие на коленях. Я хочу сказать вам, что Иисус любит церковь, и это означает, Он любит вас, дорогой человек, смотрящий этот эфир. Он создал церковь для вас, для тех, кто потерян в этом мире, кого одолел страх, тревога и неопределенность. Людям нужно утешение. Им нужно найти Бога. Я нашел Бога не сам, а в церкви. Кто-то пригласил меня в церковь, поэтому я буду сражаться за церковь и защищать ее до последнего, потому что я знаю, какую ценность она представляет. В церкви я стал учеником и рос духовно. Возможно, вы сидите у экрана и думаете: «Ну, я не принадлежу никакой церкви». Ничего, вы можете присоединиться к небесной церкви уже сегодня. Может, вы говорите: «Пастор, когда я умру, я не знаю, где проведу вечность». Может, вы отошли от Бога? Сегодня время вернуться к Нему. Он даст вам новый старт. Если у вас в сердце есть это желание, повторите эту молитву за мной. Его ухо обращено к вам. Скажите: «Господь Иисус, я открываю свое сердце сегодня и принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. Я верю, что Ты умер за мой грех. Я верю, что Ты воскрес из мертвых, что Ты живой. И сегодня я возвращаюсь к Тебе. Спасибо, что Ты принимаешь меня, что Ты любишь меня и что даешь мне новое начало во имя Иисуса Христа». Я свидетельствую о том, что Бог живой. Среди шторма моей жизни Бог обеспечивает меня. Я провозглашаю то, что сказал Иисус: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Церковь дала мне надежду и дала мне желание жить. То семя, которое дьявол использует, чтобы уничтожить мир, Бог использует для пробуждения. Пастор Эд вдохновил меня не сдаваться. Я провозглашаю, что если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его. Я благодарю Бога за церковь в это время. Мы превозносим имя Иисуса выше всех других имен. И мы провозглашаем, что дьявол и начальство, и власти, стоящие за тем, что творится в мире, преклонят свои колени перед Христом. Мы провозглашаем, что царство этого мира стали царством Бога нашего. И Он будет царствовать во веки веков, во веки и веки. Если вас благословило это послание, и вы хотите поддержать нас своими финансами, то воспользуйтесь информацией, которую видите на экране. Если вы уже член этой церкви, то можете со своего церковного профиля.